Поздравляю Олега с победой, с хорошей игрой. Поздравляю, могу коротко сказать. В этой сегодняшнем матче была одна команда. Команда хозяев. Нам на этой уровне не хватило ни сил, ни эмоций. Плюс, опять же, среди нелепые ошибки. Все, спасибо. Алексей Геннадьевич. Я согласен, что игра сегодня в нашей команде удалась, особенно в атаке. Соперник нам многое позволял. Но даже в этой игре было много командных ошибок, над которыми мы дальше будем работать. Потому что если ставить максимальную задачу, то, конечно, надо работать в первую очередь над этими ошибками. Тогда команда будет двигаться вперед. Не довольствоваться тем результатом, который именно сейчас. Мы это видим, направление есть. То есть все остается за малым работать. Маличко, спасибо, поддерживает команду, радуется. Ну и ребята сами видят, позитив у них есть, так что это хорошо. Также болельщики интересовались тем, что видели новость о новом игроке Виталии Карамнове, но пока его не видели на льду. Как скоро он выйдет на игру? Да, он там уже в стадии, работает в общей группе, ему кондиции там немножко функционально добавить, там травму вроде прошла, так что ждем его, честно говоря, ему. Поможет нам, и своим опытом поможет, и то, что он боец, все знают, и нам не хватает такого игрока на данный момент. Если говорить об игроках, которые недавно вышли из лазарета, успели ли они уже войти в свой ритм игровой? Ну, я считаю, что Егор Иванов еще пока не вошел в ритм. То есть, есть у него потенциал, надо его дальше развивать. Валя Чегольков, наверное, полтора месяца лечился. Вообще просто тяжело, пока тоже в ритм войти именно. Он вылечился, все на тренировках работает в полную. Тоха Белева жалко. Вроде только он поднялся, только немножко начал там. Но это спорт, так что нету незаменимых бойцов, их все равно кто-то заменит, так что надо работать дальше.